я приехала в магазин Леруа Мерлен на Новой Риге. Слава богу, он работает. Сегодня, по-моему, не знаю точно число, 19 апреля. Все работает. Так что кто делает ремонт, не проблема. А мне нужно сюда зайти для того, чтобы узнать, может быть, здесь есть очистка для утюгов, средства. Если кто знает хорошую чистку для утюгов, подскажите, пожалуйста. Ну, пожалуйста, люди делают ремонты. Весь магазин работает, слава богу. Люди вздохнули. Ура, можно делать ремонт. Это сетевой магазин в Москве. Возможно, в крупных городах он тоже есть. Здесь может товары первой необходимости. Знаете, они почему открылись? Потому что, видимо, переговоры провели с правительством. Здесь вы можете приобрести товары первой необходимости. То есть, вот видите, это дезинфицирующее средство 300 рублей. S9. В других странах маски раздают и перчатки бесплатно, а у нас наживаются, как всегда. Ну, все работает. Прекрасный магазин. Обои, вот, допустим, 393 рубля рулон. Ширина 53, 10 метров, винил. Вот такие цены. Обои флизелин палитра. 500 рублей. Вот, видите, а в принципе не так уж и много обоев нужно на комнату. Если, допустим, да, они коротенькие, 53. Но есть метровые. Здесь очень много различных обоев. Вот картины. Украшения. Ароматизаторы. Я очень люблю в ванной ароматизаторы эти ставить для приятного запаха. Электричество. Электричество. Люстры, бра. И все, что хотите. Вот, пожалуйста, дизайн двойные обои. То есть можно вот сделать бежевые, черные, красивые, да? Значит, эти обои стоят, но у них и качество, извините. Они прям такие прям супер качественные. Рулон 1740. А, не вижу размер. Размер. Ну, это метровые обои. 10 метров метровые, но очень красивые. Прям очень. Если бы я не сделала ремонт, я вот эти взяла бы на одну стену. И какие они красивые. Прям качество очень хорошее. Подушки, пожалуйста, 500 рублей. Бархат. 45 на 45. Вот дизайн. Нет у меня цвета такого. Я взяла бы, какой мне нужен. Хотя, можно разные цвета. Ну и всякие обои. Здесь краски. Клей для обоев. Вот, допустим, клей ультра. Для стеклообои. 362 рубля. Вот красивые обои, город. Тоже метровые, видите, метровые стоят 2000 почти что. Так, ну а здесь у нас, здесь подборка идет обоев. Вот, пожалуйста, смотрите, какое количество жалюзи. А здесь у нас будут сейчас шторы. Жалюзи разнообразные. Обои под заказ красивые. Здесь... Значит, на что клеить? Ой, на что вешать? О, какие красивые шторы. Всего 1500. Штор на ленте. 1,34 на 2,60. Качество. Тоже какой-то бархат. Так, здесь шторы. Шторы. Здесь подвязки. Вот недорогие. Смотрите, какие подвязочки. 163 рубля. Вот кто любит такой цыган стайл, прям вам сюда. Ну и на магнитиках, смотрите, какие.
Вот красивые, мне нравятся вот такие вот. 255 рублей они стоят в двух цветах. Золото и бронза. В общем, выбор есть. Вот подвязочка симпатичная, да? С камешков, как бусы. Так, ну дальше идут кухни, плитка, коврики. Коврики, кстати, здесь недорогие. Вот преддверные, вот эти вот. О, 163 рубля. Хозяин на лапке собачки. Так, а это вот подставка, органайзер под ботинки. Коврики на любой вкус. Мне нравится вот такого качества. Дорогушка. Так, цены не вижу. Ну, ковер 1663, наверное. Да. Потом идет комфорт по низким ценам. Значит, это идет ламинат. Ламинат, да. 452 рубля. Это, наверное, упаковка. Товар продается в упаковках. Одна упаковка. 2 метра, по-моему, 898. Ну, здесь что у нас? Здесь у нас ковролин. Ковролин. Кто любит ковролин, босичком ходить. Очень удобно. Народу, кстати, много. Народу много. Жизнь продолжается. Здесь плитка. Плитка разная. Смотрите, какая красивая. Называется травертин. Значит, одна штучка стоит 378 рублей. Но очень красивый вид, богатый такой, красивый. Вот, пожалуйста, морская тематика, дельта. Ну, здесь вот показано, как можно сделать красиво эту плитку. Товар продается упаковка 626 рублей. Одна упаковка на метр 232 квадрата. Вот красивое сочетание, песчаное. В общем, плитка здесь тоже можно найти недорогую. А вот как смотрится плитка в дизайне. Вот, допустим, раковинка. Очень красиво. Привет. Засветила себя. Здесь можно попить водичку. В общем, сегодня стаканчиков нет, странно. Убрали. Наверное, из-за придуманного коронавируса. Вот дизайн тоже. Смотрите, мне вот этот душ очень нравится. Очень нравится этот душ. Его просто не видно, но он есть. Классно. Так, а мне нужно найти. Возможно, я сейчас... Здесь швабры есть, метла, пакеты для мусора, мешки для мусора и все остальное. Вот салфетки. Я, кстати, между прочим, сейчас салфетки на кухню беру вот такие. Их отрываешь и как бы протираешь столешницу и все остальное. Очень удобно. Отрываешь, а потом выбрасываешь. Так, а где же мне найти сотрудника? Сейчас я спрошу. Здравствуйте, молодой человек. Не подскажете, у вас нет средства утюг чистить для утюга? Вот от нагара. Нержавеющий, калиум, что-то. Средство для чистки. Да нет. Мне не ржавчину надо чистить, а вот именно нагар. Допустим, синтетика там сгорела, и утюг покрылся вот эти вот. Нет, да? Извините, пожалуйста, спасибо. А вы не сотрудник этого отдела? Я сотрудник. Вы не знаете, да, ассортимент? Я логист. А, логист. Ну, логист должен знать ассортимент. Я не знаю, какие. Так, что еще здесь интересное есть? Здесь вот, пожалуйста, все для ванной.
сушилки. 667 сушка. Но она, наверное, слабенькая. Мне кажется, если мы повесим столько стиранного белья, все это сломается. Слабенькая такая сушечка. Всякие коробочки. Как я очень люблю коробочки. Сушилки напольные. Так, сушка напольная. Вот это еще более-менее. Это слабая какая-то. Прям еле-еле дышащая. Ну, вот более-менее сушилка, наверное, вот за 2000. А вот симпатичная три, как видите, она высокая. Просто стоит ровно, откинул и все. Так, вот эта сушечка. Выглядит она будет так. Ну и еще тут разнообразные сушилки. Мне, кстати, сушилка надо для свитеров, чтобы душевую кабину вот так ставить. Или как-то и вешать. Вот, допустим, сушилка. Сколько она стоит? Ну, мне... Мои домочадцы не позволят это сделать. Если на батарею повесить эту сушку. Они просто загрызут меня. Скажут, что это некрасиво, это мешает. Вот. Ну, в общем, вот гладильные доски. Тоже, наверное, не дешевые. Как не дешевые? Если нужно хорошую доску купить... Кстати, я уронила вот эту. Ой, господи. Поднять его надо. Извините. Вот хорошая штучка для грязного белья. Места не занимает. Для принадлежностей, для ванной комнаты. Ну, цены вот такие на пластику. Погода, конечно, не очень. Но люди продолжают жить. Делать ремонты. Занимаются строительством. Очень хороший магазин, можно купить в нем все. И не ездить по рынкам. А вот стоит какой-то, одел себе полицейскую мигалку. И, наверное, сейчас всех будет проверять. Здесь даже техника продается. Видите? Плиты стеклянные и все остальное. Очень удобно вот эту штучку повесить ее на раковину. И положить в нее всего 164 рубля. Подставка для щетки и губки. И все стекает в раковину. Все, вся жидкость. Очень хорошая штучка, но я уже там сделала. Если бежевый цвет был, или хотя бы вот здесь бежевый. Мне серый не подходит, я хочу бежевый. Здесь все для мойки кухни. Ну и мойки, всякие шланги. Смесители. Какой красивый смеситель. Стоит он 12 тысяч. Прям очень красивый. Очень красивый. Но магазин вот здесь вот не дешевый. На рынке можно найти дешевле. Рынок. Мне нравится теплый стан. Там очень большой рынок. Вот, допустим, такие подставочки, доски. 745 рублей или 295, я не поняла. Спасибо. Набор досок 295 рублей, всего три цвета. Так, дальше. Ну вот здесь посуда даже есть. Три. Неплохая. 1500 всего наборчик. Так, здесь вам могут сделать, рассчитать кухню. Распланировать ее. Вытяжки продаются здесь, вот, пожалуйста. Вот кухня Нэнси 92 тысячи стоит. Кому маленькая нужна? Что-то дорого, мне кажется. Я купила 5 метров за 200 с лишним. Вот хорошая композиция, видите? У кого маленькая, ну, маленькая кухня. Вот, пожалуйста. Печка, которая стоит 23 тысячи.
духовой шкаф, я говорю, печка. Вот видите, как представлена эта штучка. Сюда моющее средство и губку. И будет все стекать в раковину. Красивая кухня. Вытяжка. Так, пойдемте еще кухню посмотрим. Здесь все принадлежности для кухни. Вот под дерево очень симпатичные вещи для специй. 317 рублей. Салфеточки. Вот симпатичная кухня. Кто любит такой цвет, прям очень-очень неплохо. И очень хорошая. Очень хороший дизайн. И, кстати, небольшая. Холодильник неплохой, красивый, глянец. Так, сейчас мы посмотрим, сколько такая кухня стоит. Сосна лофт. Не поняла. Ну, здесь, короче, вот. Ну, 45-566, мне кажется, она дороже. Коллекция. Ну, вот цены столешница, духовой шкаф. Что-то духовой шкаф дешевый. Вот он, 11 тысяч всего. 11-4. В общем, вот это все отдельно. Если просчитать, то получится общая сумма. Но вот я не знаю, как посуда здесь стоит, она же пылится. Но очень симпатично сделана. Прям кухня классная. Ну, это старый стиль, кто любит классику. А та кухня была лофт, а это классика. Значит, здесь более современная. Вот полностью вся кухня. Даже стол стоит со шторами. Встроенный холодильник. Хороший. Новый, все хорошее. Смотрите, какая кухня классная. Прям дизайн супер. Эта кухня стоит 114 тысяч. 114. Вот 28 коллекция. Ледо серая, ледо белая. Напольные каркасы. В общем, 114, по-моему, плюс 28. Не знаю, техника сюда входит или нет. Ну, симпатично, угловая кухонка. Прям очень неплохо. Только почему-то вот мойка очень далеко от как бы плиты. Обычно моешь и сразу. Так, еще у нас. И сразу готовишь. Вот, пожалуйста, целая комната. Шикарная кухня, да? Здесь даже вот шкафы. Посмотрим. Здесь, наверное, холодильник. И что еще? А, вот холодильник. А, это все холодильник. А внизу морозильная камера. Ну, шикарно смотрится. Вообще класс. Встроенная техника. Окошко. Вот более посовременнее кухня. Кухня красивая. Дизайнер молодцы. А вот простая кухня. У кого денег нет и временно что-то поставить, чтобы было недорого. Вот здесь, пожалуйста, ящик 2000 всего. Ну, это же совсем прям, конечно. Вот очень красивая кухня. Сочетание белый глянец с глянцем бежевым. Очень красиво. Красивая кухня. Здесь тоже холодильник встроенный. Вот дизайны недорогих кухон. Ну, вот, допустим, кухня. Смотрите, какая хорошая, да? Сочетание как бы зеленый с бежевым. Ну, смотрится супер. Ну, а здесь разные принадлежности. Значит, что у нас? Сушки. Всякие разные сушечки. Вытяжки, видите, любого размера, любого. А вот здесь почему-то свечей продают. Ну, в общем-то, я смотрю, в Леруа Мерлен техника началась, начали продавать. Хотя продавали, но не все. Сейчас больше продают. Это соусник, что это? Пластмассовые вещи, посмотрите, как много всяких баночек. С кляночками назад не могу, потому что это пластмасс. Так, пойдем дальше. Кухня шикарная вот эта. Очень красивая. Глянец. Прям смотришь, глаз радует. Вот кухонка недорогая, наверное. Ну, здесь вот духовой шкаф 23 тысячи. Так. Это отдел сантехники. Но здесь представлена композиция.
что можно сделать в ванной комнате. Вот на складе 8 910. Цвет дерева, светлый цвет, ящички неплохие, серые, хороший ящичек, вот серая композиция, если позволяет площадь. Вот двойная раковина, я так долго искала, нашла в Икее. Вот это получше, конечно, хороший дизайн. Прям для двоих. Ну, у нас тоже двойная, но не такая глубокая, помельче. Вся композиция 34 892. Очень даже неплохо. Дальше мы идем. Всякие полочки для ванной комнаты. Ну, вообще, конечно, лучше встроенные полочки. Мы встроили, сделали ремонт. Недорогой напольный унитаз. Если у кого бюджет не позволяет сделать дорогой ремонт, то можно и недорого. Всякие смесители. Ну, унитазы разного размера, дизайна. Ну, 5000. Если, конечно, округляю. Значит, здесь подвесные унитазы. Хотите круглый? Хотите квадратный, хотите пузатый. Нажми. Смотрите, я открываю и нажимаю. И воды нет. Нажми. Это особенность без ободкового смыва. Значит, здесь инсталляция. Вот можно купить за 10, можно купить за 16. Разного вида. 13, 15. Ну, 25 вот инсталляция. Но это, по-моему, комплект. Инсталляция, унитаз, кнопка. Это полностью. А вот что дешевле, это уже без унитаза. Так, здесь крышечки всякие разные. Это не диковинка. Кстати, вот эти тоже унитазы все подвесные. Вот любой формы. Есть за 9 тысяч, есть за 14. 10 тысяч. Кстати, сейчас очень унитазы, крышка сниматься может. А, кстати, вот как раз-таки настенная биде. Сразу подключена к унитазу. Настенная биде. Это очень удобно. Так, отдел красок. Здесь смесители. Душевой комплект 1657. Интересно, долго ли он прослужит? Просто интересно. Чуть побольше, стоит 15 уже. Это стойка целая душевая. То есть полностью в сборе. Здесь душевые кабины. Можно купить просто. Вот видите, как хорошо на пол поставил, закрепил. Но там нужно трап делать. А трап надо делать под наклоном, чтобы вода сливалась туда, а не брызгала во все стороны. Ну и тут размеры, допустим. Все, цена зависит от размера. Распашная. Вот. Ну и здесь тоже. Вот можно вообще дешево купить паны 5121. Но я особо не разбираюсь в этом. Ну, примерно. Вот симпатичная дверка. Вот там сзади дверка. Можно просто такой отсек сделать и дверь. И все. Ну, готовые душевые кабины вот наверху стоят. Так, дальше у нас идут... Что у нас дальше? Дальше у нас идут двери. Двери. Мебель здесь какая-то продается. Вот видите, узкая, узкая, все узенькое такое, чтобы много места не занималось. Этот комплект стоит 16 520.
Вот стоимость входит. Стеллаж, фасад, ставка крестовая, ножка мебельная. Ну, в общем, полностью. Ну, 16, я думаю, что это вот этот комплект, а этот отдельно. Как открывать? Странно. Вот такая мебель. Подсветка внизу красиво сделана, да? Конечно. Шкафчик 26. Вот стеллаж. 7202. Мне интересно, с доводчиком? Да, вот видите, как он хорошо едет. Кстати, очень нам даже подошло бы. Только умский. Каркас комода. Ширина 99. Высота 80. Глубина 4. Очень хорошая. Мне понравился этот комод. Не знаю почему. Так, ну здесь напольное вешало. Вот это все вы можете самостоятельно приобрести. Железные двери, покрасить их. И всякие полочки для гардеробной комнаты. Также здесь большие. Вот, допустим, пласт, лист. 2,70 на 3. Толщина 488 рублей. И разные цвета. Ну, это же кто умеет сам что-то делать, берет для себя. Мои любимые коробочки. Как я люблю коробочки всякие разные. Здесь направляющие для дверей или там, я не знаю, тоже убрали стаканы. Обратите внимание, раньше тут стаканы были. В связи и эпидемиологической обстановкой кулер временно не работает. Приносим извинения за доставленное неудобство. Причем здесь это одноразовые стаканы. Кулер, ты посмотрите, в каком состоянии. Ужас. Лучше помыли бы его. Так. Что у нас здесь? Здесь все для строительства. Коробочки. Я думаю, может быть, не взять такую коробочку. Я ее брала, она такая удобная. Можно даже 90 рублей, 96 рублей для катушек и ниток. Хорошая вещь. Зато порядок будет в коробочке. А вот ножки хотела посмотреть. Ножки. Кстати, народу в магазине так много. Даже не ожидала, что люди займутся ремонтами квартир. Здесь гвозди, есть навес, есть готовые. Вот смотрите, саморезы. Вот саморезы. Килограмм стоит металл. 1000 рублей. От разных размеров они есть и разных дизайнов. Есть шурупы тоже. Вот видите, вот за 350 рублей разобрали. Хочешь белое, хочешь, ну, серебро, черное. Тоже народ так много. Но это уже с дюпелями. Упаковки с дюпелями. Идем дальше. Здесь окна. Красивые окошки. Видите, стеклянные какие сделаны окошки. Ну и пластиковые окна. Если размеры подходят, то можно заказать. Вот, алюминиевая раздвижная система, стоит она 5685. Ой, ее даже не могу открыть, сил не хватает. А вот балконная дверь, смотрите, какая симпатичная. Балконные двери здесь, фрамуги. Вот красивое окошко, видите? Стоит 33 426. Здесь подоконнички можно по размерам приобрести. Значит, остаются у нас двери. Весь магазин.
подписан вот видите, скобяные изделия, значит, здесь железо. Хранение, значит, там всякие коробочки, сантехника, краски, тут не запутаешься. Идешь и как бы знаешь, где что приобрести. Вот на таких тележечках берешь и везешь. Эти тележечки можно вывозить за пределы магазина, как бы класть их здесь, класть в машину, загрузить, ну и оставлять их там. Есть люди, которые их собирают. Двери вот тоже недорогие, 4380 межкомнатные. Можно купить дорогие, можно и купить дешевые. Вот вообще 3166. Вот дверка симпатичная. Тоненькая такая. 2645. Но здесь не полностью цена, стоимость комплекта 3734. Что туда входит? Значит, элемент установочный. Доставка 300 рублей, установка 250. Вот вам и стоимость комплекта. Вот вам и плюсы, и плюсы, и плюсы. Глухое полотно. Есть даже другого цвета. Хотите красное, хотите желтая дверь. Желтая дверь стоит здесь 615 комплект. Вот симпатичный очень, классика. Ну, они тут представлены в разных вариантах. Можно выбрать... с продавцом поговорить, и вам доставят, установят. Только деньги давай. Красная дверь, желтая. Ну, а тут вот все дерево. Пахнет прекрасно, прям деревом. Так хорошо. Значит, дальше у нас отдел тепла. Отдел водоснабжения. Здесь все, что касается отопления, водоснабжения. Цены все вот здесь есть. Система обезжелезования и умягчения. Вот. 1 литр в час. Не поняла. Так, а мне нужно вообще-то фильтр. У нас фильтр уже все. Такие вот фильтры, конечно, я не сделала. У меня смеситель. Фильтр уже... Не фильтр, а питьевая вода уже вставлена в смеситель. Здесь отдельно. Шиолера Мерлин есть вот отдельно стоящий, но это отдельно стоящий, его открывают только летом. Здесь продают туи, все, что касается сада, кресла, здравствуйте. Мангалы. Вот мангальчик маленький, барбекю с решеткой. Смотрите, какой. 693 рубля. Кстати, на балконе можно делать, да? Я думаю, точно. Вот 663, 561. Что-то я смотрю, люди не рады этому отделу. Никто ничего не покупает. Значит, здесь у нас что? Садовые тапочки 178 рублей. А вот для малышей 414. Вот так усенькие лягушатки. Но они тепленькие. Можно взять красные, синие, желтенькие. Какие хорошие тапочки. Смешные. Значит, ну здесь мангалы. Красивые. Вот, пожалуйста, за 9 тысяч прям с крышей. Вот 13 тысяч гриль, коптильня. Можно рыбу коптить. Вот какой красивый. Ёжика поставили. Значит, здесь дальше. Вот такой красивый мангал. Низкие цены. Мангал разборный. Ну, высокий, хороший. Стульчик. Видите, какие двойные. Не поняла, одна штука 281, шампур металлический, да, шампур, перчатки, поджиг, шампурчики 145 рублей с деревянными ручками, ну, неплохой, 145 рублей, а 22 рубля, это маленький совсем.
решеточки. 455 рублей решеточки. Уголь древесный 116 рублей. А это угольный брикет 328. Значит, что у нас? Вот 341 уголь для гриля. Уголь для гриля. Значит, дальше идут кресла для отдыха, садовая скульптура. Кресло 3290. Осенью все это будет со скидками. Бежевое, симпатичное. Я надеюсь, что лето будет теплое. И люди будут в самоизоляции на даче. Раскладушечка, кровать садовая. Называется кровать садовая. Кстати, загорать очень удобно. Ну, это раскладушка. Гамаки. Столы пластмассовые на дачу. Что тут еще есть? Песочницы для детишек. Смотрите, какая туба-дуба. Хорошие такие малышки. Сидят, строят. Счастливые дети. Ни о чем не думать. А вот дизайн, допустим, как можно сделать в саду. Комплект стоит 39 898. Это набор садовой мебели. Сюда входят кресло, диван и стол. А вот этот, наверное, отдельно уже идет. Да. Павильон садовый стоит. Что-то не вижу я. Размеры тут указаны, цены нет. Но павильон садовый, я так думаю, что он отдельно. Значит, здесь тоже павильон садовый, чтобы комары не кусали. Тумба под цветы, дизайн. Вот стол большой, 3240 белый. Так, ну, в общем-то, здесь вот еще есть гамаки лежать, покачаться, релаксировать. А вот гамак под сеткой прям. Смотрите, как классно, да? 19 тысяч. Красиво. Земля бы была. Вот у меня есть земля. Продать никак не могу. Никто не хочет купить на Новый Риг землю 10 соток. Если кто хочет приобрести, обращайтесь. Вот такой гамачок. 11 тысяч. Вот тоже неплохой. Это вообще недорогой. 3668. Любая попка сюда сядет. Вот красивый навес очень. Стоит он 7100. Красиво летом сидеть там, отдыхать, лежать, ничего не делать. Да? Так, ну здесь у нас гамак с сеточкой, с крышей. 18450. Вот такой стоит. За сеткой не видно. Качели садовые. 29 тысяч. Качели садовые. Интересно, за что там 29 тысяч? Давайте посмотрим. Открываем. Да, неплохой. Прям ложись и спи. Но здесь воздуха нет. За такой тканью ты упала. Упал ценник. Надо его поднять. 29. Мне кажется, красиво как. Так, ну все. Вообще кровать. Ложись и отдыхай. Ну, это, конечно же, тоже качели, но вообще классно. Летом прям супер. Ну, и еще один отдел здесь есть. Мы сейчас быстренько зайдем туда, и на сегодня, наверное, хватит. Там продается зелень. Всякие кусты для сада. Елки. Цены сейчас посмотрим. Печь, мангал для казана. Прекрасно. Мангал для казана. Ой, бедные туи, почему они валяются? Никто не скажет. Всякие. Лягушка стоит 1000 рублей. А бедный олененок 680. Тебя почему так уценили? Вот лягушонок, привет, вам говорит. Вот лев. 2000 лев. Мишки. Ну, цены варьируются, короче, от 1000 до 2000.
Ну, допустим, сурикаты 985. Ну, не прикольно разве? Хорошие такие. Это девушка, барышня за 1255. Ну, и всяких. Это, по-моему, волк такой. Остенок. Это бедная за 3000, ту и западная. Она вся... Мне кажется, она хранилась где-то здесь, наверное, до лета. Поэтому... А вот за 2000 западная. Тоже туя. Короче, западная. Теперь здесь пошли всякие разные. Ель. Глауко. Коника какая-то. Я не разбираюсь, честно говорю. Ну... 614 рублей. Я не знаю, кто это покидал, эту тую. Я просто... А, вот она отсюда упала. Ну что ж, сотрудники сидят, ничего не делают. Хотя бы поставили. Давайте мы поставим. Ой. Короче, так поставлю, что она опять упадет. Вот эту тую повыше. И здесь тоже. Мне кажется, это от ветра они падают. Потому что они легкие, поэтому падают. Здесь столько было растительности, ничего не осталось. Вот можжевельник 576. Его плохо видно. Вот так сейчас сделаю. Симпатичный. 576. Ну, туда мы уже не пойдем. Все. Здесь обычно вот здесь вот все было занято именно растениями. Ну, решили, наверное, в этом году не этого не делать. Вот можно сделать бассейник. Красоту навести. Ну и здесь удобрения. Кстати, вот рядом магазин «Глобус» на Новой Риге. Там тоже очень много растительности продают. Ну ладно. Прощаемся с нашими друзьями. Пока. Пока. Так, значит, мы посмотрели фильтры. Здесь, значит, у нас продаются евровагонка. Всякие деревянные изделия. Ну и дальше мы идем, будут смеси. Здесь декоративный кирпич. Стены сейчас очень модно, все это делают. Ну вот, значит, Тироль. 2336. Я так понимаю, что тут упаковка стоит. Да, по размерам. 1 квадратный метр 1862. Красивый дизайн. Сейчас все под кирпичик себе делают. Все хотят лофт. Ну, здесь какие-то даже есть очаги. Все для каминов. Очень много всяких кирпичиков. Но это мозаика. Это просто сверху клеится все. Или нет, трикаж нужно выкладывать. Не знаю, рабочие знают, я не могу сказать. Вот какие булыжники можно сделать себе пещеру. Красивые белые, да? Вот вообще 160. А, это для затирки швов. Пакет для затирки шва. Я не понимаю в этом, конечно, ничего. Вот перчаточки здесь продаются. Такие прям толстые. Ну и все, что касается клей. Вот клей, затирка. Все, что касается вот этих дизайнов. Здесь тоже что-то. Господи, как много всего. Смесь огнеупорная. Здесь бойлер, не бойлер, а эти котлы нагревательные. Фиброцементная, что ли?
Лестницы. Лестницы эти, я так понимаю, для ремонта. Не для домашнего, как бы, пользования. Но если у кого гараж есть, то очень даже неплохо. Так, а лестница за 16, она высокая, наверное, выдвигается. 4 705, ну, такие цены, 2 600. Но есть и недорогие лестницы, они не здесь находятся, они в другом отделе. Это вот для работы, для ремонта лестницы. Так, что у нас дальше? Дальше идут электротовары. Здесь что? Лампочки, разные вентиляторы, обогреватели, огнетушители. Hyundai. Антенна. Телевизионные вещи. Батарейки. Переходники. Вот все еще маленький переходник с выключателем. Мне маленький нужен. Вот не такой, а такой. Вот такой. Вот очень удобно. Но мне нужен немножко другой. Нам куда это надо? Необходимость. Самое главное, необходимость. Вот такого плана, но здесь розетка только одна, а две на евро, что ли. А сейчас делают розетку, туда уже можно сразу включать зарядку телефона. Без переходника. Вот такая мне нужна, только с выключателем, двойника. Мне нужен с выключателем, чтобы я могла выключить. Ну, симпатичные. Не вижу маленького я переходника с выключателем. Нет, не нашла. Ну ладно. Видеонаблюдение. Нам тоже надо видеонаблюдение. Около двери хотя бы поставить. Чтобы... А, вот телевизионное мне нужно. Такого плана. 12 тысяч стоит. Или вот такого за 10. У меня там подводка все есть, только ничего еще не стоит. Надо все ставить. Да, ребят, ремонт — это как пожар. Мне кажется, пожар легче. Сгорело и сгорело. Вот, пожалуйста. Киношку. Смотри, как ребенок занимается. Розетки. Легран, между прочим. Легран. Неплохие розетки с заземлением. Цвет белый. Цвет белый. Так, и сколько они здесь стоят? Лучшая цена. Легран. Этика. Цены не вижу. Легран. Я покупала недешево. Защитная рамка для обоев. Смотрите, какая хорошая, прозрачная. Вот. Легран. Выключатель 121. Розетка. Вижу розетку. Розетку не вижу. Скажите мне, пожалуйста, почему люди из Азии всегда так громко разговаривают? Вот где бы я ни слышала них, они везде очень громко говорят. То, что люди рядом стоят, им пофигу. Вот они вот бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. С чем это связано? Объясните, они что, глухие? Мне кажется, их просто не учили, что в обществе нужно как-то не себя только слышать, но другим это неинтересно, что они говорят. Я не расистка, но меня это иногда очень вымораживает. А вот, смотрите, розеточка закрывается. Я, правда, не знаю, что это. Может быть, я не понимаю в этом ничего. Ну, тут всякие материалы, там вот утеплители. Вот. Все для ремонта, в общем-то. Вот, видите, все можно утеплить. Дом. Так. И мы уже передвигаемся практически на выход.
изолента. Не нужна мне изолента, не знаю. Так. Здесь представлены шуруповерты, дрели, все остальное. В принципе, вот 3500. Вот такой вот. Я не знаю, отбойный это, я не разбираюсь. Но вот за 5 есть. Есть дороже, есть дешевле. Такое количество, вы просто не представляете. Вот. Ну, в принципе, вот 3. 2 даже есть. 2652. Такое количество, запутаешься. Кому что надо, вот сверла огромные. А вот видите-ка, сверла. Сверла не дешевая, металл. Ну, в общем-то, лучшая цена. Вот смотрите, лучшая цена. Вообще 2 перфоратор. 2,367. Что, нормальный? Какая разница, перфоратор и перфоратор? Ну, может, он недолго будет служить. Поэтому я ничего не могу сказать, я в этом не соображаю. По ремонту я технику не слышу. Что сейчас можно купить? Отклеится. Народу много, все сорвались. Ну, в общем, здесь строительный магазин. Есть все. Вот, допустим, что мы имеем. Шпаклевка. Шпаклевка готовая, финишная. 1163, но здесь, извините, 18 килограмм, не знаю, сколько это нужно. Грунт 712, 10 литров. Редбан, сколько у нас? Редбан стоит 223 рубля мешок. А сколько, кстати, сейчас мы посмотрим, сколько килограмм. Вот 30 килограмм здесь. Молодой человек закрыл все своим. Редбан 30 килограмм. У меня подруга начинает. 10 килограмм 223 рубля. А сколько? 30 килограмм. Что-то не указано. А, вот, вру, сейчас скажу. 445 рублей 30 килограмм. 445 рублей 30 килограмм. Вот говорю для своей подруги, которая начинает делать ремонт. Чтобы она в курсе была цен. Вот, что здесь еще есть? Я возвращаюсь сюда. Значит, здесь... ветошь. Но я так поняла, это вот ткань, там, я не знаю, для чего она. Пленка армированная. А это что такое? Я даже не знаю, что это. Вот. Ну, строители знают. Между прочим, я хочу сказать, что здесь можно посоветоваться с продавцом, и тебе все подскажут. Сколько тебе надо, на какую квадратуру. Очень удобно. Вот здесь самовывоз. Берешь, накладываешь. Либо можешь получить это все на доставке. То есть ты можешь, если тебе много нужно, заказать доставку. Они привезут. Цена зависит от расстояния от магазина, по километражу. Ну, я не знаю как. Или общую сумму говорят. Вот, мой железо все тут лежит. Металлопрокат. Труба профильная. 216 рублей. За 200 рублей можно приобрести вот такой конус. Перекрыть дорогу. Это, по-моему, без... Ой, я не знаю, что это. Как это... Ой. Как они называются? Забыла я. Пеноблоки. Смотрящие, вот 126. Это можно делать в перегородке пеноблоками. До встречи, увидимся на Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках и Инстаграме. Видите, какой магазин продвинутый. Отдельно кассы для корпоративных клиентов. Это, наверное, которые много берут. Вот здесь вот сделаны кирпичи. Кирпич, я не понимаю, сколько он стоит. 88 рублей. Керамический блок это называется, а не кирпич. А вот кирпичик 13 рублей. Кирпичик 13 рублей. Вот так нарядился и пошел делать ремонт.
Даже на него одели маску. Вы извините, ребят, но я хожу без маски. Так, ну все. В общем-то, вот такой магазин. Вот мешки для мусора здесь. 50 штук. Вот такая упаковка стоит 391 рубль. А мешки для мусора 10 штук 68 рублей. А по одному 27. Так, дальше что? Коробочки, вот туалетная бумага. Что-то в мини-рулонах. Почему туалетная бумага? Коробки 30 рублей. А вот туалетная бумага, которая прославила себя. Ну, еще здесь есть цветочный отдел. На улице есть отдел, где продаются все цветы. Мы сейчас туда зайдем. Вот видите, цветы. Цветов тоже очень много. Бедно, они тут засыхают. Картошки, я не понимала. Семенная картошка стоит 220 рублей. 2 килограмма. Можно я посажу обычную картошку? Манифест 175 рублей. Да уж. Ну, это все для садоводов. Черемуха. О, черемуха. Какая красивая черемуха, слушайте. Так цену не вижу. Черемухи, она уже готовая. Только сажай. Абрикос. Так, ну все, что касается, вот видите, здесь поливы всякие разные. Вот торчит. Я тоже, кстати, купила какие-то там рассады. Не рассады, а даже готовые. Вот такие. Так, что это у нас? Яблони или что это? 328 рублей. А это касса. Вот так вот люди вывозят все, что им нужно приобрести. Здесь отдел лопат, стрижки, наверное, я не знаю, что это, землю копают, стрижка газонов, сапоги, вот, пожалуйста, можно поехать на рыбалку. Ну, все, что касается земли. Видите, какая упаковочка симпатичная, кто-то бросил ее сюда. Цветочки продаются. Такой магазин. Касс много. Сейчас не очень большие очереди. Смотрите, сколько кактусов. Упаковочка красивая, да? Поставил сюда цветочек и подарил. А вот сухоцветы продаются для интерьера. Ну и горшки всякие разные. Топливные брикеты. 10 килограмм 75 рублей. Ну вот мы и вернулись в то место, откуда зашли. Солнце вышло на улице, чему я очень рада. Всем хорошего настроения. Самое главное, не болейте. Все будет хорошо. И страна восстанет. Не восстанет, а я имею в виду встанет с колен, изоляция. Всем пока-пока. Буду очень рада видеть, если вы на меня подпишетесь. А особенно поставите колокольчик. Я все-таки надеюсь, что я начну путешествовать. И буду вам показывать интересные места. Но в изоляции я ничего не могу сделать. У меня все руки связано. Всем удачи, хорошего настроения.